В Приднестровье 547 новых случаев коронавируса. Это антирекорд за 3 месяца. В госпиталях практически не осталось свободных мест. Наталья Ткачук с подробностями. Коронавирусом сейчас болеют 4436 приднестровцев. Примерно половину из них лечат в стационарах. Отделения уже заполнены на 96%. В Слободейском ковид-госпитале остались только резервные места в реанимации и для беременных. В больницу поступают все больше тяжелых больных с лихорадкой и дыхательной недостаточностью, рассказала главврач Алена Лапина. В реанимации 11 пациентов, двое из которых находятся на инвазивной вентиляции легких. Эти 11 пациентов крайне тяжелые. Тяжелых по госпиталю 78. Это пациенты, которые нуждаются в динамическом мониторинге со стороны дежурных врачей, со стороны дежурного медицинского персонала и находятся на постоянной кислородотерапии. Оборот кислородных баллонов в госпитале в настоящий момент составляет практически 300 баллонов в сутки. Сейчас много тяжелых пациентов, у которых невозможно сразу определить инфекцию. Не срабатывают ни антиген, ни даже ПЦР-тесты. Хотя налицо все признаки коронавируса. Таких больных тоже госпитализируют. Нагрузка на врачей и персонал выросла не то что в 2, в 3 раза. Специалистов перебрасывают из других отделений. В Республиканском госпитале ветеранов в Тирасполе осталось всего несколько мест для тяжелых больных. Практически заполнился и госпиталь профилактории «Тиратекс». Здесь развернуто отделение для больных со средней степенью тяжести. При ухудшении самочувствия их переводят в госпиталь ветеранов. Здесь есть палата интенсивной терапии, реанимация и лаборатория. В обоих стационарах половина пациентов с пневмониями – это больше 200 человек. Расширилось количество кислород нуждающихся. И это с учетом, что в отделениях мало пока, но есть кислородные концентраторы. Ну, это те же, как на кислородных баллонах, но это аппараты эти, которые подают кислород больным. Еще и в отделениях есть на этих концентраторах. Сейчас у нас 4 концентратора в госпитале и 4 в Тиратексе. Ни одного свободного места не осталось в реанимации Рыбницкой больницы. Во всем инфекционном отделении каждый второй пациент с тяжелой формой коронавируса. Причем есть такие, кто до этого никогда не стоял на учете у врачей, ничем серьезным не болел, а ковид переносит тяжело. У нас есть кислородные точки в палатах, где сейчас мы открыли еще одну палату на 5 коек. Кислородную. Это, конечно, немножко облегчило работу госпиталя, но ввиду того, что поступает больше больных, нуждающихся в кислородотерапии, конечно, если это число будет расти, то тоже будем сталкиваться с некоторыми трудностями. Но я думаю, что мы потихоньку их будем решать. В Рыбницу привозят и пациентов из Григориопольского и Каменского районов. При необходимости Рыбницкий ковид-госпиталь расширят за счет других отделений. Хотя и пациентов с другими заболеваниями тоже меньше не становится. В Рыбнице сейчас заполнены отделения урологии, хирургии и кардиологии. Наталья Ткачук, ТСВ.